Да. Я уже где только можно раскидал. Так, ты стартанул вверх? Да, мы в эфире. Все, пишем, да? Да, пишем. Сейчас музычку какую-нибудь врубим. Давай, давай, музыку. Бай. Здравствуйте, дорогие. Я сегодня с вами партизан вверх. Оба пилота. Ну да. Сегодня мы с вами посмотрим за первым матчем Алла Восхода против Так, я не знаю, как правильно называется эта команда. Но я думаю, что будет очень интересно. Первый сейчас нам дали внимание музыку. Мы подождем результатов перечетки. Ребята определяются самолетом, на котором пойдут. И до начнется битва. Если нужно будет сделать музыку потише или еще что-то, пишите в чате, мы сделаем. Вазелин нужен в этой фиге. Конечно же, пожелаем его. О, пошла реклама. Вазелинов там от 300 килограмм 35 рублей. Честно, кому его предлагают? Ну, это явно не команде ОЭМ. Ну, кому-то предлагают, в общем, рекламировать надо. Да, подписывайтесь, что с нами там Твиттер. О, это Патрикеев Твиттер. Патрикеев, в честь такого события выгоняй танк в чистое поле и давай салют. Так, ждем, ждем. А готовность команд есть. Так, а надо зайти в полигончик мне. Так, а ты еще не в полигоне? Нет, напиши мне пароль в личку, пожалуйста. Пароль в личку нам с тобой давал Бах. Вот он. Если обрати комната 2, в которой мы с тобой сидели перед началом матча, видишь там? Акзербаха совсем одна с цифрами. Ладно. А, вот я тебя нашел, здесь просто в поездке очень много всего, и поэтому я думаю, я буду долго искать, лови пароль от комнаты. Создатель Бак Обилич. Там найдешь его по РБ, поставь фильтр. Так, а я вот вернусь пока. А, стоп, выбираем команду крестиков. Некие крестики. Так, самолет у нас. Як-1Б. Ну, самолет известный. Да, вверх ставь готовность. Самолет известный, да, я могу сказать, что парни тренировались на нем. Так, самолет довольно-таки неплохо. По поводу жеребьевки мы с тобой лично на доктор Руси знаем потом, как она все проходила. Так. Ну, ребята, сейчас начнется первый бой, удачи вам. Так, давай поймите, за кого будем с тобой следить, за кем-то. Ну, я думаю, начнем с Лаврухи. Очень он уж просил. Звезда этой команды, звезда полка. Я потом в протяжении стрима объясню, почему я так считаю. Все, музыка есть. Ага, пишут, сделать потише.
сделай потише музыку. Серж, ты меня услышал? Да, я сделал. Ну, отлично. Так, ну, первый бой. Мы с тобой заходим, ни в коем случае не нажимаем кнопку в бой. Сейчас лавруху в режиме зрителя. А потом уже будем по ходу боя переключаться на других пилотов. Ой, что-то я начинаю немножко нервничать. А, все мы нервничаем. Не, ну я бы не сказал, что такое, такие же нервы, как во время боя, но все равно, как бы наша команда, да, за них держим кулаки. Будем надеяться, что они просто порвут сегодня первый бой. Да. Сегодня, тем более, есть пилоты в команду, у которых вообще первый бой на гладиаторе. Да, а самое интересное, наши соперники имеют уже одну победу, а вот у нас это только первый момент такой. Ну ничего, ничего. Так. Старт. Ищем лавруху, Крюгер, дрон. Пак, та-та тут. Вот лавруха. Я нашел лавруху. О. Мажор. Серо-голубой камуфляж. Лаврух идет против майора. Так, иду с подмириванием оба. Интересно, какой вот это у них будет? Горизонтальный, вертикальный. Потому что сейчас на этом самолете очень много есть вариантов. Так, подмир, подмир, подмир. И. И кто под кого? Тоже будет. О, я так. Да, очень опасный момент. Лавруха на закрылочку, сейчас будет атака. Так, первое схождение. Атакуй! Да! Вот, все. Так, ну, да. Рано. Самолет еще летает, как говорится. Конечно, да. Тут радоваться нельзя, даже если ты уже сбил кого-то, но еще находишься в воздухе. Радиатор, еще 20 секунд надо продержаться. Да. Так, пошли. Теперь пошла, да, пошла игра в горизонте. Но все равно, мне кажется, мажору идти тяжелее стоять в горизонте из-за повреждений намного. Да, да, да. Вот почему я Лавруху считаю звездой этой команды, потому что против него в горизонте гравится вертикали. Это бессмысленно просто. Да, а еще есть его козырные прострелы в первых лобовых. Да, против которых начинают так бомбить просто. Я знаю по себе, я с ним тренировался. Но сейчас Лаврух пытается вытянуть на энергии, но это, похоже, не сработало. Ну ничего, он сейчас все равно ставит... О, ай! Так, нет, Лавр, что происходит? Заклинил рули, я полагаю. Да, затяжеление. Была компрессия, утяжеление. Ну ничего, справился, выровнял самолет. И... Так. Ну... Кто-то пишет в личку. Так, нас... ты музыку потише сделал? Да. Еще надо сделать потише? Ну. Ага, ну там просто понимаешь, просто потише сделать, задержка же 2 минуты по регламенту. А, хорошо. Ну, могу вообще, в принципе, отрубить, если надо. Да нет, сделай просто так, чтобы на фоне там что-то балалакало, да и все. Ну, сейчас еще потише сделаем, на всякий все, случай. Всё, Лавруха, походу. Ай, я отвечаю. Я все просмотрел. Так, ну, Лавруха закончил бой, переходим на следующих. Так, а что это? Похоже, Лавруха дуэлился дольше всех. Да ладно. Да, похоже, да. И что у нас? Статистику боя. 1-1. Один ванпас только сбил одного. Победа АВ. Да, получается, что так. Тогда возвращаемся обратно. Сейчас посмотрим, что напишут арбитры. Возможно, просто была еще, скорее всего, какая-то ничья, что кто-то не смог приземлиться. Да, скорее всего, поразбивались. Так.
Так, да, победа АВ 1-0. Наталья, очень хотелось посмотреть за остальных участников команды Номичева. Да, видимо, да. Дуэль с Лаврухой была все же непростой. Соперник тоже попался непростой. Очень непростой. Я просмотрел финал этой эпичной битвы, потому что отвечал на сообщение в это время, так как зрители жаловались на то, что у нас музыка громко. Так, уважаемые зрители, говорю, что у нас задержка идет 2 минуты. Потому что, да. И музыка сразу тише не станет. Если громко или тихо, пишите лучше личное сообщение в игре. Потому что я нахожусь сейчас онлайн там, и очень много нас смотрят, мне все равно напишут, и мы сделаем сразу же потише. Так, ставим готовность. Перерыва 5-минутного нет. Ребята сразу идут в бой. Ну да. На позитиве. Да, надо всем сразу кирпичами накидать, закончить бой и пойти обсуждать это все в одну ТС. С Лаврухой хорошо дуэлился. Люблю вообще его даже на тренировках дуэлиться именно с Лаврухой. Соперник тяжелый. Там чему-то доучишься. Я вообще люблю дуэлиться с нашими ребятами. Можно повысказывать, можно немножко на эмоциях повыговаривать кому-нибудь что-нибудь. И можно пострадать против полковой команды. Больше всего можно пострадать. Так, ну я думаю, надо следить за парой Лавруха-Крюгер. Да, скорее всего, будем следить за этой парой. Так, режим зрителя. Ждем появления. Лавруха-Крюгер — это жесть. Два вечных дуэлянта нашего клана. Так, тут пишут вверх, что меня плохо слышно. Тебе меня нормально слышно? Мне тебя да, но я сейчас постараюсь сделать погромче. Думаю, должно давай сработать. Давай я попробую сделать. Ай, сейчас бой идет. Так, я нашел Лавруху. Рядом с ним где-то должен быть Крюгер. Так, дрон в паре будет с Тататутом. А Лавруха... Так, а Доктор Рус у нас не пошел, да, в этот бой? Получается, да. А, вот, Крюгер. Крюгер с Лаврухой. Так, я слежу за Крюгером, ты за Лаврухой. Хорошо. Нет. Давай вдвоем следить за одним, потому что это получится. Хорошо. Ну. Бой. Так, Лавруха заходит. Лавруха непонятно на кого заходит. Майора берет Лавруха. Да, майора. Так, похоже, лобовая. Лобовая атака, прострел. Входит майор наверх. Ванпас подбивает Крюгера. Ну ничего, с такими повреждениями Крюгер нормально сможет летать. Пока что Лавруха садится на 6 майору. Давай. Так, идет прострел. Сейчас должен Лавруха дотянуться. 0, давай. Сел плотно на 6. Не отпускает майора Лавруха. Сейчас наблюдаю, главное. Наблюдаю. Главное не потерять закрылки. Давай. Да. Отлично, все, да, Лавр. Теперь помогай быстро Крюгеру. Крюгер пытается подвести своего противника к Лаврухе. Тащи. Давай. Живи еще немного, все. Все, есть 6. Лавруха проседает ванпазу на 6. Ванпаз пытается уйти с этого, ну, не так уж просто сделать это. Но сейчас хорошая позиция для прострела, вот. Да. Ой-ой-ой. Хвостовое. Да, по-моему, еще хвостовое. Он закрылочек медленно падает. Ну все, это ГГ. Парни, давайте победные дымы. 3-0 на... 1-0 в этой паре. Переключимся на дрона. У дрона на 6 сидят. Да. На следующую пару. У дрона плотная 6. Так, вроде не зацепили, но очередь была довольно сильная. Да, я это понял. Так, дрон, давай, давай. Неужели дрон остался один? Я не вижу дрона... Тататута. Союзника дрона. Татату. Его что, сбили? Сейчас открою статистику. Да, Тататут сбит. Ага, это значит дрон 1, а не 2.
Ну да, здесь, конечно, не будет. Здесь, да. Вариант. Похоже, будет переигровка. Похоже, да. Похоже на то. Да, переигровка уже однозначно. Похоже, точно будет переигровка. И давай немножко по Вангуну с тобой порассуждаем. Так, а жизни тоже пойдет в дополнительный бой 2 на 2? Ну, понятное дело, что Крюгер и Лавруха, если будут спрашивать наше мнение, а если устроят переигровку из-за того, что там, может быть, у Тататута проблемы с интернетом были? Так а, что... если проблемы с интернетом, то на этой точке будет переигровка. Ну, посмотрим сейчас, что скажут арбитры. Да, будем так, ждать их сейчас... решения. Зрители жалуются, что меня тихо слышно. Сейчас я попробую что-нибудь поменять. Вот я ленивая задница, ты представь. Все время хотел себе сделать ТС-ку русскую. Руки не доходили, потом. Сейчас мне надо настроить микрофон, громкость, а у меня все на английском. Да. Ну, я думаю, сейчас мы решим эту проблему технического характера. Сейчас, как меня громче слышно? Да, я что-то поторопился и вышел в ангар. Так, скажи, ты меня громче стал слышать или нет? Я тебя слышал хорошо и до этого, до жалоб, и сейчас также прекрасно слышу. Хорошо, оставим пока так. Так, ребята, хватит Лавруху уже, покажите Руса. Рус не летает в бою 2 на 2. Сказали, как меня сейчас. Так, ну что, мы ждем арбитров, что... А, да. Дополнительный раунд. Да. Сейчас будем смотреть, кто же пойдет в этот решающий бой. Решающий бой пойдет Лавруха с Крюгером. Я думаю, рисковать команда не будет. Так, вот дополнительный раунд, это уже... Ну, я думаю, если по-прежнему будет плохо тебя слышно, я просто отключу музыку, может быть, тогда станет лучше. Ребята, в этом не дарю ничего. Или вы там. Ладно, кому надо, тут услышит. Ну, я думаю, я заранее тогда отключу музыку, чтобы нас точно слышали. А нет, музыку полностью не отключай, сделай ее там. Да я и так старался ее потише сделать. Все описали, что нормально должно уже. Правил, да. Вот почему это вот разнобой идет, да, когда по регламенту 2 минуты. Да, очень как бы неудобно ориентироваться, чтобы подстроиться в кратчайшие сроки. Да, вот в этом проблема. Так, все, сейчас. Так, полигон стартовал у нас. Да, что-то слишком долго стартовал бой. Это заминка за. Так. Да, мы с тобой в режиме. Давайте, парни. Надеемся и верим, как говорится. Только мы с тобой. Ну, я думаю, не только мы. Здорово, партизан. Эй, привет, у нас стрим идет тут боя. О-о-о, все, извиняюсь. Паха, я зайду потом с тобой пообщаюсь. Ладно.
Я уйду пока. Всем привет, я попал в телевизор. Да, будьте знакомы, это Алекс Раф, альфа-тестер у Тандера. Так, ну что ж, дали команду на старт. Так, ну будем стадимить за Крюгером, а то жаловались всю Лавруху. Ну, Руслана не было, извините. Да. Поэтому да, давай сейчас посмотрим. Так, пошел расход. Ребята, скорее всего. User was moved to your channel. Вот команда 4K. Поем на одного. Похоже, сейчас будет лобовая. Павик отделился, сейчас будет лобовая атака. И рукой этот лобовой. Так. Лобовка делает в это время горит. Что ж, у Крюгера и его противника начались ножницы, судя по всему. Да, начались ножницы. Я тут на минутку пытал из вида. Смотри, как четко разделили пары, да, сейчас. Вот кто первый? Вот, Крюгер, это поджог, Крюгер, поджог. Кто сейчас пойдет на помощь? А нет. Смотри, смотри, Ван Пас пришел на помощь. Он немножко пытался, видимо. Ну, я полагаю, он уходил от лобовой атаки горящего соперника, поскольку, скорее всего, он пытался как-то зацепить Лавруху, чтобы было полегче его напарнику. Да-да-да-да-да. Я... Так, ну... подожжен Ван Пас. Пишут, что норм со звуком. Парни, спасибо, что сказали. Но тут ситуация очень плохая для Ван Паса. Ситуация очень хорошая для наших. Ну, конечно, дымы новые, красивые. Хотя уже все об этом говорили, но скажем еще раз. Скажем, не будем отличаться, да? Да. Очень красивый. И земля. Да, все. Победа. Второй раунд. Вот становится 3-0. Вот пошли победные дымы. Парни включают красно-зеленый. Да, это чистая пара, это очень хорош. Ребята, отрыгали. Так, ну и последний бой, 4 на 4. Может быть дополнительный раунд. Вот станет 3-3. Ну, конечно, все возможно. Ну вот, за прошедшие игры я видел только один дополнительный раунд 4 на 4, потому что там разбились, можно сказать, одновременно соперники. Просто... Я тебе сейчас не скажу, Берг, как будет происходить раунд при счете в прошлых гладиаторах. Еще одна жеребьевка. И команды, если счет 3-3, да, команды выбирали, в каком формате они проведут бой дополнительный. Это будет 1-2 на 2, то ли опять будет 4 на 4. Как здесь будет? Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет, и... И третий бой тоже пройдет в пользу нашей команды. Ну. Так, посмотрим. Так, пока еще тут. Так, надо нажать готов, а то будут ругаться. Написали, Рус не летит. А там не позор. А он капитан команды, он так решил. Смотрим дальше. Думаю, станет лучше. Так, партизан, поставь готовность, арбитры ругаются. Ну,
остался чатик. Арбитрами. Давайте, парни, последний бой. Ну, вот бой на 4 на 4, наверное, самый зрелищный из всех, потому что, ну, просто это месиво. Ну, я бы не сказал. Бывают бои 1 на 1. Бывают 4 на 4. Так, давай определимся, за кого мы... О! О, доктор Рус! О, доктор Рус! Давай за ним и посмотрим. Да. По просьбам телезрителей, скажем так. Да, стол заказов. Так, раз стримим за доктором Русом, он просил Джирок. Сейчас найдем что-нибудь. Команда Климбица. Дает энергию. Так, судя по всему, они разделились. Да, да, я смотрю, Лавруха с Крюгером идут в одну сторону, а дрон с доктором Русом остался в другой. Вот уже контакты на горизонте. Да, смотри. Понятно, идут, тоже разделили пары. Пойдется доктор Русу, тут непонятно абсолютно. Ага, Винстон. И Славик. Вас хотят взять реальный клещ. Славик 3-7. Так, сейчас будет лобовая. Нет, уходит. Доктор Рус уходит лобовой. О, мажор ЕТи уже пролетел. Горящий. Видимо, он... Неудачно сходил в лобовую. Молоко Рус. Так, доктор Рус. У Лавруки на шасси. Рус, надо быстренько помогать Лавруке. Да, я думаю, сейчас. Давай, 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 дотянем, так, Лавруха Брус тянет вниз. А, Брус бросил, бьет, помогает. Помогает. Помогает снять 6 с дрона. А, у Руса у самого 6. Да, посижу. О! Давай, давай, Рус, да, 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 давай, добивай. Надо добивай. Добить, надо добить. Все, Рус бил майора, сейчас должен потухнуть. Может быть, продолжит еще бой. Переключаемся на Лавруху. Лавруха тоже дымит. Лавруха дымит, да. У Лаврухи 6 дрон, надо помочь. Дрон снимает 6 с Крюгера. Лавруха держит пока на себе. Ай-яй-яй, вот это плохо. Ванпас до сих пор дымит. Какой фейерверк дымов здесь. Да, вот я и говорю, 4 на 4, они очень зрелищные в этом плане. Дымы, огонь. Так, Крюгер снимает 6 Лаврухи. Ай, Крюгер помогает. Это просто, это не самолет, это летающий шашлыч. Ну давай, давай. Винстон атаковал, пытался на проходе пройти Крюгер. Так, Славик, да, задымил. Славик. Все, горит Славик. Теперь надо разбираться с оставшимися. Да, потух. Славик, падай. Лавруха пытается снять у дрона. Шести... А, поджигает. А, поджигает. О, вот. Ребята, так. Ребята, не расслабляться. Дрон упал. Как же так? Крюгер остался. Один Крюгер против Винстона. Скорее всего, еще кто-то есть. Ну, вроде больше никого нету. Хотя нет. Винстон без двигателя, уходи, Крюгер, не надо его добивать, уходи, упадет и так. Посмотри сзади. Да, вот, надо его добить, потому что, как мы знаем, дымы еще ничего не значит в этой игре. Да, 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 да. Правильно все сделал, бросил. Стал двигатель, идет фанпаза. Нет, нет, нет. О, уходит лобовой. На нервах-то играть. Он паза проблемы с... Но у него проблемы с двигателем очень серьезные, и он уже видно, что движок не тянет. Согласен. Это, видимо, кончились пушки. Вот начинается.
Ну, просто напряжение. Большое напряжение, потому что неясно есть. Так, идет прострел от Крюгера. Пал нес какие-то... Да, уже значительно. Так, ты у меня что-то немножко лагаешь. Наверное, благодаря моему чуду... Ну, сейчас видно, что у фанпаса дела вообще не очень. Но будем надеяться, что у Крюгера хватит патрон, чтобы добить его. Ну или надеяться на то, что двигатель у фанпаса сядет и... Да, победа... не выдержит, у него сядут батарейки. Иначе будет очень печально. Потому что ситуация-то складывается хорошо. Ставим за продолжение. А ум напрашивается. Ну, я включил какую-то такую расслабляющую музыку, чтобы было не так напряжно. Знаешь, какой вопрос сейчас мне приходит в голову? Есть ли патроны или нет? Таранить или нет? Ну... Ну, мне вот кажется, смотри. Надо подождать все-таки. Панфаза наполовину... Он останется в воздухе. Так, это из области... Хотя нет, надо что-то посильнее. Наблюдать и будем надеяться, что фаза закончится. Либо топливо вытечет, либо масло из двигателя станет. В общем, ждем, пока у OnePass'а встанет движок. Хотя... Да-да-да. Карта War Thunder. Бои происходят на арте Сталинград. Очень живописная местность. А впереди завод какой-то. Ну, самое интересное, OnePass уже не дымит. Только вот неизвестно, хороший это знак или нет. Да-да-да, там, видимо, уже... OnePass, он уходит уже на 6 метров. По регламенту разрешено отдаляться от соперника на километр. Да. Пас все равно не теряет надежды. Ну, проигрывать никому не хочется. Нужно отдать должное, что выдержка у человека, я бы сказал, железные нервы так летать. Ну и у нашего соклановца тоже. Да, Крюгер. Компас пропускает Крюгера! Нет, а? Нет, нет. Все же это просто бой на выносливость и... У кого из них у первого нервы сдадут? Да, так, OnePass уходит вниз, и что бы это значило? Видимо, это значит, что он просто уходит вниз. Да, видимо, это и значит... OnePass либо ничья дополнительный раунд, в котором можно пытаться выиграть, ну или надеяться, что движок все-таки встанет. Я, по-моему, на это уже и не надеюсь. Ну да, вот довольно странная система, что дым есть. По идее, повреждения там тоже не слабые, а как мы видим, можно продолжать бой спокойно. Топливо. Ну да. Ну, там у него может быть и 10 минут топлива остаться. Баки могли и затянуться. Нам с тобой придется эти 10...
Эх, Крюбер, кто-нибудь скинул бы. Я полагаю, это будет самый долгий матч 4 на 4. Пока. Из всех проведенных. Як-3, самолет очень... Ой, Як-1Б, самолет... Отличная машина. Но один минус. Маленький боезапас. Да. Если заканчивается швак, то у БСом самолет сбить становится очень проблематично. Ну или уходит боезапас. Можно сбить самолет, потому что часто бывают пилота. Ну, это да. Но это нужно еще, как говорится, попасть, чтобы повезло. Пару патрончиков. Так, ну, мне кажется, ванпасу становится уже... По-моему, у него вообще встал двигатель, и он летит только за счет пикирования, или мне так только кажется. Слушай, а по-моему, двигатель-то... Или нет? В общем, очень непонятная ситуация. Скорость была потеряна. Ну вот в чате жалуются, что у тебя страшно лагает. Бывает такое. С ванпазом. Мне кажется, Крюгер его просто уже пугает, чтобы он неудачно повернул и ушел в землю, каждый раз подлетая все ближе и ближе. Такая психологическая атака. Да, у ванпаза очень тяжело управляться самолет. Там, видимо, повреждение, что... Держись. Так, ну, ванпас все снижается и снижается. Неужели это конец этих долгих полетов? Ребята, зрители, хочу... Да, это-то у меня... Он или чудо... Завтра поеду специально для стримов. Посмотри, какие они оба. Вот что значит... Тяга к победе. Я бы сказал, стальные нервы и выдержка, потому что... Я бы сказал кое-что другое стальное. Ну, теперь на Ютубе нельзя ругаться, поэтому... Хотя, с другой стороны, и не ругаль, но... Как знать. Будем культурными. Полу
Я так понимаю, OnePass пытается все же как-то стряхнуть 6, но тут я бы сказал, что шансы, ну очень малы и... Если на 6... О. Просто так он понимает, что если пас может оказаться у него на... Да, то у OnePass, скорее всего, есть патроны, а это очень-очень плохо. Пата последствия. Так, OnePass выпустил шасси. Кто будет садиться? Ну вот не знаем, будет садиться или... Да, OnePass все же садится. Да, и это победа. Да. Парней. И говорим спасибо команде 4К за достойную игру. Ну, в общем, такая долгая дуэль закончилась достаточно красиво. Да. OnePass на земле, Крюгер в воздухе, это победа. Да. Что ж, я думаю, пора перейти к нашим летчикам в общую ТС, в общий так канал. Посидим, как только Крюгер. Ну да. По регламенту уже 20 секунд нужно провисеть в воздухе, чтобы победа была засчитана. Крюгер делает своеобразный круг почета. Сейчас разрешат Крюгеру уже отправить свой самолет. Я пока взгляну, что у нас. Музыку мы выключим пока, потому что сейчас мы будем общаться с пилотами вот-вот. Понял. Это у меня. Ну вот, победа все же засчитана. И мы возвращаемся в ангар. Так, идем, пообщаемся с командами. Хуй, такого я еще не принесу. Крюгер! Да. Целуйте меня, целуйте. Целуем в печень, Крюгер.